21 июня в Казахстане отмечается День медицинских работников. Представители именно этой сферы всегда находятся на передовой в любой ситуации. Десанты здоровья – это работники скорой помощи. О героях наших дней – наш следующий материал. Врач скорой помощи – это доктор широкого профиля. Для него очень важно не просто правильно диагностировать опасность, но и быстро отреагировать, чтобы спасти жизнь пациенту. Отправляясь на выезд, они не знают, что и кто их ждет. Это может быть дорожно-транспортное происшествие, несчастные случаи, выезды на дом. Но важно одно – спасти жизнь пациенту. Именно в этой сфере присутствует профессиональный экстрим. Очень много тех, кто уже не может променять его на более спокойную работу в поликлинике. Очень много есть у нас таких докторов, которые и медицинских, средних медицинских работников, которые после окончания вуза пришли к нам на работу и более 30 лет работают. Они начинают свою карьеру здесь, трудовую деятельность, и уходят на пенсию. Очень много таких примеров. Вот недавно мы только проводили докторов и средних медработников, у которых в трудовой книжке написано, есть только одна запись. Приемы на работу и увольнение в связи с тем, что они ушли на пенсию. Один из тех врачей, который уже 34 года ездит в карете скорой помощи и оказывает неотложную помощь, Наталья Пак. Врач высшей категории, несмотря на свой предпенсионный возраст, выглядит очень молодо и бодро. Причина тому – активная работа, каждый день, который не похож на другой. Именно здесь приходится принимать судьбоносные решения, от которых зависит человеческая жизнь, говорит Наталья Пак. Мы на передовой находимся, на передовой всей нашей медицины. Хотя и говорят, что порой, что там, подумаешь, скорая там, да? Нет, это самые тяжелые работы, которые врач скорой помощи должен максимум за 15-20 минут быстро сориентироваться, что с больным, каким образом поступить, сориентироваться, куда его вести, каким образом оказать ему помощь, чтобы все было адекватно и чтобы самое главное, чтобы больной остался жив. К слову, ни для кого не секрет, что работать на станции скорой помощи может не каждый. Волевой характер, стальные нервы и хорошее чувство юмора должны быть у медиков именно этого профиля, говорит Наталья Николаевна. Коллеги также отмечают высокий уровень профессионализма врача высшей категории. На ее счету много спасенных жизней, много благодарных пациентов. Очень хороший друг, наставник. Молодые кадры, которые с ней работают, всегда учатся, отрабатывают свои, совершенствуют свои профессиональные навыки, умения. Так что, конечно, чтобы таких врачей было больше в нашей системе здравоохранения. Работая на скорой, Наталья Николаевна воспитала не одно поколение врачей. Они сегодня с благодарностью отзываются о своем наставнике. Как я перевелся в бригаду реанимационную, стал работать с Натальей Николаевной, она, получается, всему обучала досконально, показывала. К Наталье Николаевне до сих пор многие коллеги, даже опытные коллеги, обращаются в плане рекомендаций, консультаций, чаще всего консультаций. Если где-то что-то сомневаются, у Натальи Николаевны, считай, большой стаж работы, поэтому она всем безотказно в любое время дня и ночи может дать рекомендацию. О важности профессии врачей еще раз доказала пандемия коронавируса. Они борются с опасной болезнью, рискуя своей жизнью. Но помогать людям – это их призвание. А главная награда – спасенная жизнь. Бахытгуль Казес, Кайрат Кожахметов, телеканал «Семей».